В очередной седьмой серии сериала «Скажи правду» вы узнаете о том, как Ксения едет в домик на море, куда некоторое время назад она отправила отдыхать Паршикова. Дом принадлежит двоюродной тетке Ксении, которой с радостью приютила Паршикова. Тетка уже в курсе событий. Паршиков все рассказал ей про личные проблемы Ксении. Во время прогулки Ксения получает от секретарши фотографии с отдыха Сергея, внимательно рассматривает их, видит, что на доме, в котором они останавливались, висит табличка с уже знакомым названием «Белый камень». Ксения наконец-таки понимает, что еще связывает мужа с Эвелиной. Вечером Паршиков уговаривает Ксению начать новую жизнь, забрать сына и уехать подальше от этих мест. Тетка же винит в случившемся саму Ксению.